И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Скорпион. Тут сегодня я вам покажу, как нужно правильно монтировать видосы, а также покажу способы, как я делал аутро. Не, ну в принципе я, конечно, показывал уже, как делать аутро, но я вам еще раз расскажу, как делать аутро, как нужно правильно монтировать видосы, ну и, собственно, некоторые функции программы KineMaster Pro. Почему Pro? Потому что у меня KineMaster Pro, а у Гречинка обычный KineMaster. Гречинка Никита имеется в виду у канала Кишиплей. Кстати, у него 48 подписчиков, а у меня 35. Поэтому ставьте огромные лайки и подписки. И сейчас там высветится. Вот вверху, в правом углу висят кнопочка каналов, в котором вам нужно подписаться. Уже вводите раз, два, три. Все, высветилась кнопка Ракила, там я вроде вижу. И канал Кишиплей. Ну да, Кишиплей, конечно, подписывайтесь, но... Так, знаете... Да, подписывайтесь, конечно, но... Не знаю... Я бы сказал редко, потому что он редко монтирует видео. Ладно. Хоть подробности. Давайте приступать к самому началу видео. Так, это мы убираем. Так, сейчас, секундочку, уберу тут пару приложений. Вот. Так вот, я недавно себе сделал аутро. Буквально сколько там? Ну, полчаса назад. Я себе сделал аутро на это видео. Сейчас. Извините. На вот это вот видео. И на вот это вот. На остальное я пока что не делал, потому что... Ну, пускай, конечно, так остается. Но, вот, серьезно. Кто мне поставил 7-й лайк? Вот огромное спасибо тому чуваку, который мне поставил 7-й лайк. Вот серьезно, у меня максимально уже 7 лайков набралось. Спасибо огромное. Тем более неделю назад 52 просмотра, я просто в шоке был. Серьезно. У меня обычно 60 просмотров набирается только за 2-3 недели. А тут базы за одну неделю, спасибо огромное. За поддержку. Кстати, я говорил, если мы наберем 7 лайков, то я еще раз пойду в эту заброшку, только уже один мне... Опять с Иван Клей, только уже нормально. Да, такое дело было. Только давайте так. У меня просто сейчас школа будет, поэтому я не знаю. То ли на выходные редко я смогу, то ли еще где-то, я не знаю. Ладно, приступаем к делу. Смотрите, как нужно монтировать видосы. Заходим в любое приложение, там где есть интернет. У меня в данном случае Chrome. И заходим на один сайт. YouTube. Broadcast yourself. У вас поначалу смотрите, как будет высвечиваться. Сейчас тут нормально зайду. Так. Сначала мы настроим, конечно. Еще раз. Ой. Конечно, не в ту позу принял. Извините. Ну, смотрите. Пишем. YouTube Broadcast. Ой. Yourself. Нажимаем сайт in YouTube. Дальше. Вы заходите. Смотрите. Дело в том, что если вы не нажмете полная версия, то смотрите, какая фишка получится. Вы заходите на мой канал, и у вас переходит сразу на YouTube, именно на общий YouTube. Поэтому вам нужно найти полную версию, нажать на нее, а только потом уже найти на мой канал. Это прям обязательно, потому что у вас так не сработает. Нажимаем на мой канал. И теперь самое главное. Смотрите. Вот у вас канал... ПК-версия, скажем. Тут есть настроить вид
канала, то есть то, что вот главный видео плейлист и канал обсуждения. Обсуждение там специальную функцию включал. Тоже тут есть как раз функция включить кнопку обсуждения. Тут как-то так было. Ну вот. Значит, заходите в любое видео. Давайте. Не знаю, сейчас я тут зайду в видео. Я просто не знаю. Ну давайте там, где как раз заброшка. Или стоп, подождите. Ну просто думаю, подождите. Сейчас. Заброшка. Может там. А, нет. Там концовка без темного фона, там аутика. Давайте хотя бы там, где. Bonus Strike Online, что ли. Да, пускай будет Bonus Strike Online. Я как раз там тоже не делал. Вы смотрите. Нажимаем изменить видео. Теперь. У вас есть вот такая вот вкладочка, вас переходит. Я вот уже там написал тут. Смотрите, теперь нажимаем на конечные заставки. Или просто подсказки, не знаю, как угодно. Сейчас пойдет главная фишка. Как делаю конечные заставки и как беру чужие каналы. Значит, нажимаем на эту стрелочку. Вас сразу перекидывает на нужную позицию. Значит, теперь добавить элемент. Видео или плейлист, но потом будем добавлять. Тут максимум вы можете добавлять только 4 элемента. То есть 2 или сколько там? До 4 каналов. А, нет. Я вспомнил. Если вы даже добавите 4 канала, то у вас когда вы хотя бы одно видео там добавили, получится тогда 3 канала, как не получится. Значит, максимум вы можете добавлять только 2 канала и 2 видео. Есть один способ. Второй способ — 3 видео, 1 канал. Ну, разные способы, если можно добавить. Но я делаю всегда 2 канала и 2 видео. Одно из них, которое не мое. Вот. Значит, нажимаете канал. Создать. А у меня тут уже разные ссылки есть. Как делать ссылки? Значит, укажите ссылку на другой канал. Значит, заходим в YouTube. Ну, например, давайте... Нези. Например, Нези. Значит, опять же. О, тут у него новое видео. Круто. Потом покажу. Так, ну давайте. Короче, нажимаем на вот эти 3 стрелочки. Поделиться. И у вас есть коп-ссылка. То есть копировать ссылку. Нажимаем на нее. Копируем. Переходим опять на хром. И копируем ссылку. Нажимаем вставить. И осталось только сообщения. Ну, например, у меня тут очень много сообщений. Ну, давайте. Ну, то есть вы можете любое писать. Но у меня есть как раз 4 типа. Ну, давайте. Вот это уберем. Это обязательно, потому что так у вас не сохранится. И нажимаем создать. Все, у вас есть ссылка на канал Нези. Окей. Это мы сделали. Ну, в принципе, вот там понятно, подписка там на наш канал там. В общем, вот. Окей. Теперь, видео или плейлист. Значит, выбираем выбранное. Затем. Я только так делаю. Потом выбираем. Давайте видео там все заброшки. Это мое видео. Создать. Значит, в левом я делаю то, что это мое видео, а в правом чужое. Добавить элемент. То же самое. Выбранное. Но только смотрите, что мы делаем. Или введите URL видео любого плейлиста. Опять же, нажимаем на эту штуку. Немного перед этим сначала нужно копировать ссылку. И ссылку нужно копировать именно... Не, ну может, конечно, другое совсем видео. Не эту, не обязательно, конечно, этого канала. Но стандартнее, конечно, было бы поступить именно с этого канала, там копировать ссылку на любое видео. Давайте копируем ссылку на самое смешное видео. Поделиться. Опять же, копируем ссылку. Заходим from. То же самое. Нажимаем. Ставить. Все. Создать.
Non problem. Сейчас. Все. Босс остался. Тут, смотри, тут главное не перепутать наши с этим. Потому что они будут рядом расположены. Все. Лав аутро просто есть. Нажимаем сохранить. Готово. Теперь можно, в принципе, выходить. Я вам даже докажу, что это работает. Сейчас. Зайду. Сейчас, секундочку. Так, где ты стоял? А. А, блин, я че. А, нет, это мотострак, что-то я уже запутал. Ну, нажимаем. Сейчас. Нет, нажму. 15.05. Ну, пускай так. Сейчас. Погрузится. Извините. Ну, скоро сейчас отобразится. И... Ой. Сорян. Я просто кока-колу выпил. Поэтому так и делаю. Вот, видите? То есть у нас появляется это аутро за 30 секунд до конца видео. Окей, аутро мы сделали. Теперь делать, как делать ссылки на вот то, что вы тогда еще в начале видео тогда делали. Ой, видели. Значит, опять же, то же самое, только другая кнопка. Сейчас я вам покажу. Нажимаем. А, мне же нужно другое видео выбрать. Сейчас, подождите. Блин. Сейчас не то видео. Нажимаем уже подсказки. Сейчас. Загрузится. Вот. То же самое. А, нет, тут не то же самое. Тут нужно именно в определенной позиции выбирать. Давайте тут немножечко подкорректируем. Сейчас, секундочку. Выберу позицию. Не знаю. Тут, конечно, долго будет идти. А! Давайте вот... Давайте именно вот тут добавить подсказку. Тут есть опрос, канал, видели плейлист. Значит, рассказываю, что такое опрос. Опрос — это как раз тогда некоторые ютуберы спрашивают, про что мне снимать, там еще что-то. И там выбирается вариант ответа. То есть нажимаете на эту подсказку, выбираете то, что это тут высветилось. Потом уже там есть вариант ответа. Да, нет, нравится, не нравится. Ну и так далее. То, что он сам пишет. Канал. Канал это... Знаете, когда там высвечивается такое... Рекомендую вам канал такой-то. Видели или плейлист, то же самое. То есть рекомендую вам... видео, например, там, как сделать аутро вручную, ну и так далее. То есть, это, в принципе, просто и легко. Это самый простой вариант. Значит, давайте опрос напишем. Сейчас. Как вы считаете? Таете. Насколько жестокий был бой с императором? Фу ты, Николай. Это же на автоматике императором. С императором. Ну да, пока что только один не сделаем. Это ответа. Очень жестоко. Вариант 2. Слабенько.
жестоко. Норма. Добавь вариант ответа. Вариант 3. Нормально. Но не удивительно. Ну, давай четвертый вариант ответа то добавим еще. Класс. Создать подсказку. Нажимаем на создать подсказку. Обработка. Все. В смысле, тесто будет так же. Вот чертики. Ладно. Сколько жестокий был бой. Ну хорошо, давайте тогда тут напишем не бой с императором, а просто был этот бой. Ну-ка. Да елки-палки. Есть. Все, подсказка есть. Сейчас я даже докажу. Нажимаем чуть-чуть пролистать. Да елки-палки. Сейчас. Давайте это тут. Мне даже. Ух ты, ну размах, конечно. Ну ладно. Ну сейчас, скоро добродится. Вот, сейчас смотрите. Вот, сейчас отобразится. Вот, видите, как вы считаете, насколько же жестокий был бой? Окей. И теперь давайте там, где после Титана. Так. Да я уже после Титана. Нету. Ну да, пускай тут. Добавить подсказку. То же самое. Вопрос. Не, давайте... Не, в принципе, так глупо. Глупо писать. Отмена. Давайте другую подсказку. Давайте подсказку... канал... Нет. Давайте создать... Видели плейлист. Давайте... текстиры... Сколько там снимаю? Нормально. Не знаю даже, опять же, давайте копировать ссылку. Не знаю. Ну-ка, сейчас зайду на каналы. НГ-студия опять поменял. Ладно. Не знаю. Три видео уже? Да блин. Ладно. Ташки. Денчик. Хром. Все. Вставить. Создать подсказку. Да, забыл. Что? Не забыл. Забыл. Подпишись на мой канал. Давайте вот так вот. А тизер я не знаю. Текстира, посмотрите мое видео.
Ну-ка. Вот тут, конечно, чуть-чуть сложнее, конечно, создавать, но все равно. Так, какие твои ряды? А, ноль. Текст тизера. А ну-ка, можно так? Без тизера. Создать подсказку. Нет, нельзя. Жалко. Ладно, давайте создадим. Давайте то же самое напишем. Потому что я не знаю. Нет, зато не надо. За подписку. На канал. Создать подсказку. Вот. Почему? Что за бред? Да как оно работает? Я не понял. Я вас не понял, а шахамаля. Ну ладно. Значит, придется другой. Извини. Давайте тогда киша плей. Так и быть. Копировать. Так. Да, да как, ну, тупые тизеры. Ладно. Отмен нажмем. Я не знаю, что происходит, если честно. Я просто уже отвык тут немного делать подсказки. Поэтому не разбираюсь. Стоп, я нажимал на канал или видео-либо лист? Понятно теперь, почему это не создается. Я просто нажал. Эй, вот и невнимательный, конечно. Я уже понял. Я просто на канал нажимал. Ой, капец. Так, видео. Давайте. Что тут видео? Так, хромик. Ну все понятно, ты просто невнимательный был. Все. Значит, перелистнем. Опс. А, тоже перелистну нечаянно. Сейчас. Пускай тут. Вот. Рекомендуем, изучаем запрошенный квест. Все работает, ребят. Главное, чтобы тут быть внимательным, как не я. Так, теперь давайте канал создать. Давайте Redkill. Так. Создать. Все. Ой. Надо было рассчитать. Сейчас. Тут также можно этот тизер удалить. Вот видите, кнопочка. Если вы немножечко наперебарщили. Давайте вот нажмем где-то вот тут. Кто сопроводит тебя? Да, пускай тут. Хоть где-то. Ай, придется еще раз. Он не видел плейлист. Черт, я уже немного лохан слышал. Так, отмена. Канал. Ну. Ну, все.
твою дивизию. Все. Все. Канал, тизер канала. Тут главное еще не ошибиться, где тизер, а где вообще название. Сейчас, секундочку. Так, где тут? Сейчас, секундочку, извините, что так голос просто сливается. Итак, наше путешествие полное захватывающее прикольное. Так, смотрите. Так, давайте тут. Тут. И теперь за тобой пойдут тысячи. Смотри, как горячий воздух поднимается между скал. Что-то не так? Одному туда идти опасно тебе. Но мы найдем тех, кто сопроводит тебя. Все. Нажимайте на тизер, да, кстати, и вот раскил. В общем, я вам половину подсказал. Нажимаем А, уже готово. Все. Готово. Отлично. Ну, в принципе, YouTube, наверное, не надо. Ой. Теперь я вам покажу функции киномастера. Смотрите, тут можно, в принципе, на рекорд еще остался, отлично. Не, смотрите, можно, в принципе, сделать, смотрите, вот, как сделать обрезку. Мне, например, у меня начало выглядит вот так вот, такой иду, а потом, вот самый главный момент, разделить и удалить. Все, обрезали момент. Можно так сделать слой, как, например, тогда еще. Вы думаете, на самом деле, это реально Мэй было, да? На самом деле, я вот так вот, это все реально так вот было. Я просто нажимал на слой и пикселил. Фоточка Мэй. И вот так это все делал. Ну, смотрите, как я делал во втором раунде. Это все делал. Ну, пускай туда-сюда хотя бы. Смотрите. Чтобы не было полинов. Смотрите. То есть, видите, то есть, типа, как-то нестандартно. То есть, нужно туда еще и удалить этот момент. Где тут? Тут. Нажимаем также обрезать с две точки воспроизведения. Перелистываем. Стоп. Так. Опять же обрезать. И удалим момент. И вот так вот где-то все мутился, понимаете, в чем прикол? Вот, а это вот так вот все и выглядело. Ой, ты что-то почему-то тут залагала. И то же самое было с рысью. Поэтому вот так мне пришлось тут немножко помучиться. Но зато классное видео. Вот так это все было выглядело бой с Мэй. Я пока еще не придумал, как это будет выглядеть там стандарт надписи. Ну, в принципе, зачем? Я же, в принципе, все сделал. Ну, да. Окей. Также можно текст делать. Как сделать разноцветный текст? Пишем любую абракадабру. Потом, смотрите. Можно выделить. Нажмем текст. Любой. Ладно, давайте, чтобы вам видно было вот так вот. Синий. Также можно сделать с анимацией. Так, без анимации. Также можно с анимацией, можно тут еще вот так вот прокрутить, насколько это надо вам. Также без анимации. Сейчас, натухание. Тоже так вот. Пинч, сделаем. Тут смотрите, что у вас получается. Сейчас. Медленно вот так вот, знаете, вот тут, как эпично, прям в роликах такой, брр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 рrr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 r
далее, да? Также можно добавлять слой. Эффект. Ну, короче, там сами разберетесь. Значит, аудио. Можно добавлять аудио разных треков, которые у вас есть на
мобильных устройствах. Например, вот этот. То есть, понимаете, у вас такая прикольная эпичная музыка получается. Вот. Медиабраузер. Это то, что вы добавляете как раз... Смотрите. Сейчас я просто объясню. Это в конце... Просто вставляется, типа, договоря... Блин, а... Еще тут некоторые лаги, глюки. Ладно, сейчас тут быстренько пролистаю тут. Вот. Это просто обычно вот так вот... Кстати, как сделать без вот этой вот штуки? Просто нажимайте... А, что я нажимал? Я нажимал три точки. Нет. Вот эту штуку. Снять и сохранить как карту в позиции указателя. Захват. Потом удалим этот кадр. Я так вроде помню. Вот, каптур нажимаем. И у вас вроде должно быть... А, все равно. А, не, не все равно, потому что смотрите. Вот, видите? То есть вы можете, тупо говоря, просто так вот обрезать и все. А, нет. Как-то странно как-то, ну ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, все, я понял. Вспомнил, смотрите. Нажимаем на эту штуку, и вот так вот. Все, у вас ничего не будет делать. Окей, на этом я вам объяснил. Теперь также можно тут настройки цвета делать. Ой. Вот так вот. Дальше вот так вот можно делать затемнение. И самое крутое. Винч. Чё-то опять? А, опять видосики? А, на паблике. Так, настройки цвета. Дальше. Витенька. Вот это вот такая функция. Аудиофильтр. Вот сейчас будет реально круто. То смотрите. Бурундук. Не, смотрите, ты просто крутой голос. Робот. Низкий. Не, просто угораю, серьезно. А модуляция. Кстати, уходи. Ой. Также можно делать оттенок цвета. Я обычно на прикольных моментах это обязательно прям делаю. Ну, смотрите, выбираете момент, когда это у вас будет. Опять же, нажимаем на видео, там где-то можно будет разделить точки воспроизведения. Выделяем любой момент. Опять то же самое. А потом смотрите, оттенок цвета. Все, серый цвет. Окей. Также можете менять этот оттенок цвета. Например, также в точке позиций, но уже чуть другой цвет. Да, смотрите, что у нас получается. Был серый, стал сейчас какой? Синий. Вот так. Короче, можно тут любые фоны просто менять. Также я чаще всего, когда у меня лагает, я чаще всего использую управление скоростью. Я просто так вот сокращаю. Тем самым у меня и само видео сокращается, и скорость быстрее улучшается. Тогда смотри, что у нас получится. То есть, понимаете, у нас и сам голос быстрее становится, и само видео тоже. Вот в чем фишка. Даже можете очень медленно сделать. Чтобы не было таких помех, если вы хотите, например, сделать повторение. Сейчас я вам скажу. Сейчас тут на бортажу, конечно. Ой. Ну, можно, в принципе, где-то отсюда. Если вы хотите повторно сделать момент, то можете как раз смотрите. Блин, сейчас нормально скоро сделаю. Тут берете определенный момент. Так, ставите. И на этом же моменте нажимаете эти стрелочки дублировать. Можете переставлять его куда угодно. Туда-сюда. Хоть после, хоть прямо сейчас. Неважно.
Потом можете управление скоростью прям вот так вот сделать. И оттенок света. Да. Можете серый, можете какой угодно. Лишь бы потом выделялся. А также вы можете убирать голос. Тогда смотрите, что у вас получается. Ой, модулятор голоса. Забыл. Аудиофильтр. Забыл. Отсутствует. Типа, понимаете, да? То есть повторный момент уже в замедленном действии. Причем еще без голоса. Вот же самая фишка. Потом можете повернуть зеркальное отображение. Вот так. И вот так. Ой-ой-ой-ой-ой. Обалдеть, я сейчас сам запутаюсь. Ой, смотрите. Капец, запутано. Ну, короче, вот так вот можно переставлять, то есть такое. Графика клипа. Но это я еще до конца не понял, что такое. Ну и, собственно, все. Вроде бы все показал. А, голос. Голос может тут. Понятно. Ну, короче, да. В принципе, я этого не хотел. Аудио вроде все показал. Медиа браузер. Тоже можете изменять фон. Смотрите. Как раз что я чаще всего и делаю в каждом ролике. Делаю такой фон. Текст любой. Например, привет, то есть такое. И как сделать так, чтобы разные цвета были эти тексты, а не одного. Дело в том, что можно смотреть как делать. Так. А, красивый текст. Смотрите. Допустим, такое там внимание, то есть такое. Там красным. Потом, что еще? Можно еще какой-то, ну, последний текст сделаем. Ну, короче, сами понимаете, там текст, то есть такое. Сейчас. Вот с анимацией. Стухание, без анимации. Стухание. То же самое. С анимацией, стухание. И тут то же самое. Ну, это самый красивый вариант, если делать. Вот. Теперь как красиво сделать? У вас появляется, смотрите, как. Тексты. А чтобы красиво сделать, помните давно еще? В заброшке было тогда еще. Сейчас покажу как. Так, это было прямо в начале видео. Красивый момент. Сейчас найду момент. Всем привет. Представим 70 секунд. Второй вариант. Достать моменты, в которых. Так. Дети, достигшие 6+, не разрешается глядеть. Вот так вот. Это я сидел. Как это сделать? Смотрите. Ну, сами, наверное, все заметили, да? У вас так вот появляется. Но! Можно смотреть, как сделать. Типа у вас такой вот черный фон продолжается, не знаю как, да? Не знаю, вот. Можно. Не знаю, так что ли сделать. Так. Потом это чуть-чуть вот так вот пролистать. То же самое сделать, только уже чуть-чуть подальше этого текста. Ну, где-то настолько пускай. Ой-ой-ой, это жестко. Ой. Ой-ой-ой, напортачил. Да, в таком случае вот так вот. Инч. И тогда этот. Тогда в таком случае вот так вот сделаем. Так. Этот вот так. Ну, ладно, пускай так пойдет. Пускай так. Так. Так, вроде это нормально, да? Сейчас. Вот. То есть вот такая, типа, такая лесенка получается. Смотри, что получается. Ой. Ты. Опять на тебя репортажил. Сейчас. Опять и снова. Сейчас.
Тогда в таком случае нужно поменять позиции. Нельзя, да? Ну, тогда в таком случае. Вот так сделаю. Так. Чтоб немножечко заметно было. Так. А, понял. Так, да? Да, правильно. Тык. О, сейчас найду. В принципе, могу тут чуть-чуть продолжить. Вот. Смотрим, что получается. И то же самое потом будет в конце. Вы понимаете, как это настолько красиво? Вот серьезно. Я такой обычно такой вот момент люблю. Короче, он подсказал некоторые идейки, как можно лучше себе видео. Так, ну вроде все. Потому что я не знаю, что тут еще придумали, в принципе. А, насчет Pixel Lab. Значит, объясняю. Как сделал, во-первых, вообще фотку рыся. Вот такой вот прям фотку рыся. Чтобы прям раскрашенная, знаете, вот. И мы то же самое. Хотя они настоящие вот так вот должны выглядеть. Смотрите. Вот, вот так вот. Значит, объясняю. Заходим в своему приложению Pixel Lab. Но перед этим нам нужно заскриншотить некоторые моменты и послать в Pixel Lab. Потом. Сейчас. Импорт нажимаем. Дальше. Ну. Так вот, можно, в принципе, смотрите. Вот да, как я делал скриншотики. Я, короче, так вот делал. Так вот обрезал. Так. Потом самое главное, смотрите. Кружочек нажимаем. Так. И все. Потом можно тут развернутый фон сделать. Так вот. Сделать. Сейчас. Все, считайте, у вас почти что готово. И осталось только, смотрите, Color Fitters. Или как там? Ну, да, Fitters. И вот, вот таким вот образом я все это и делал. Не, ну реально красоте, видите? Настолько прям реалистично стало. О, капец. Ну, короче, как-то вот так вот я это сделал. Потом. Смотрите. Все некоторые делают тексты, смотрите как, допустим, камера напишу, вот, допустим, size, сейчас сделаю кое-что. Они делают иногда color, но зачем? Можешь просто еще красивее, текстур, нажимаем, ну а текстур, size, наверное. И у меня тут есть две текстуры. И вот такая вот. И сейчас. И вот такая. Я иногда, конечно, вот такую вот принимаю, но мне нравится больше всего. Вот, видите, камера. Насколько красивее стала текстура и подобие этого. Кстати, можно вот так вот еще менять. Кстати, просто. Потом то, что байстейли. Потом... имбосс, все, и 3D. Ну зачем серьезно мучиться, когда вот, вот так просто можно сделать себе 3D-шку. Реально, просто красивое название. Также можно текстуру изменить. Ой, ладно. Можно изменить как раз
на... Сейчас покажу галерею. У всех приложений должно быть Magisign Inklog, по-моему, так. У меня вот это вот изображение, которое применяется обычно на составках самого приложения. Ой, как его... Ну, любой телефон, там, планшет, не знаю. Ну, короче, фон. Фон. У меня, например, вот такой фон. Фон, короче, фон еще. Я обычно сделал, смотрите, как. Мне нравится вот такой вот океан прям. Смотрите. Оп, я уже красивее стала. Не, на самом деле, вот серьезно. Полный кошмар. И потом при сохранении мы, короче, сами поняли, там можно будет потом добавлять, то есть такое. Ну и тыры-пыры. О! Поздний стрим. Отлично! Сейчас я как раз тут закончу видос, потом замонтирую. Сейчас как раз тут... Ладно, потом. Ладно. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами встреча. И всем пока. Надеюсь, я вам хоть что-то.